Здравствуйте, Максим. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 2 до 32. Почему до 32? Потому что на советских объективах механизм управления диафрагмой отличается от никоновского. И камера только открытую диафрагму 2 и 2,8 отрабатывает правильно. Дальше нужно вводить поправки. Вы прочитаете описание таблицы поправок и увидите, что это все очень просто. Вот он, ваш одуванчик, запрограммированный, полностью работающий, подпиленный в нужном месте для наклейки. Калибр для наклейки одуванчика на ваш объектив не нужен совсем, поэтому я вам его не кладу. Сейчас я это все дело упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.